Главная ассоциация, возникающая к слову «стоматология», — это страх. Причем страх скорее психологический, ведь в наши дни стоматология считается самой безболезненной областью медицины. Мы решили доказать это собственным примером и отправились с моей давней институтской подругой в стоматологию «Жемчужина» на Салмышской. Я просто так за компанию, а подруга — на инновационную процедуру отбеливания зубов. Пациентов в клинике встречают так радушно, что боятся людей в белых халатах даже в голову не приходит. Все виды терапевтических, хирургических и ортопедических услуг проводятся специалистами самого высокого уровня. Врачи клиники регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Руководство не жалеет средств на самые современные инструменты и аппараты, благодаря чему в Оренбурге есть возможность проводить процедуры мирового класса. Без преувеличения можно сказать, что «Жемчужина» на Салмышской – единственная клиника города, проводящая профессиональное фотоотбеливание зубов «Бьонд». Система была разработана в США лучшими умами Силиконовой долины, специально для голливудских звезд. На сегодняшний день эта техника считается самой прогрессивной в мире, и именно ее предлагают клиентам самые знаменитые клиники США, Израиля и Германии. Белыми зубы становятся буквально за 30 минут. При этом пациент не чувствует ни малейшей боли или дискомфорта во время процедуры. Зубы покрывают специальным отбеливающим гелем Бьонд, предварительно тщательно защитив губы и десны, а затем подвергают воздействию галогеновой лампы Бьонд, излучающей холодный голубой свет, начисто лишенный вредного ультрафиолетового или инфракрасного излучения, благодаря уникальной системе фильтров. У пациента есть возможность сравнить оттенок своих зубов до и после процедуры, и, честно сказать, эта разница поразила даже нас. Зубы становятся белее на 8-14 оттенков, и если вы будете следовать несложным рекомендациям врачей, этот эффект сохранится в течение года. В период отпусков и свадеб, когда девушкам особенно важно выглядеть по-голливудски сногсшибательно, клиника проводит грандиозную акцию. Процедура отбеливания по технологии Бьонд стоит всего лишь 5990 рублей. А это почти вдвое дешевле, чем любая другая известная процедура отбеливания. И так мы убедились на собственном опыте. В стоматологии «Жемчужина» на Салмышской можно не просто получить красивые, здоровые и потрясающие белые зубы. Здесь можно навсегда избавиться от страха посещения стоматологии, и мы считаем и то, и другое одинаково важным.